не только миллиардеры, кто является крупнейшим владельцем биткоинов. Популярное мнение, что криптовалютой владеют лишь миллиардеры, которые регулярно мониторят рынок криптовалюты. Однако это отчасти не так. Владельцами биткоинов может быть как отдельный человек, так и правительство страны. Кто владеет наибольшим количеством биткоинов? Естественно, что создатель биткоина Сатоши Накамото владеет наибольшим количеством этих монет. 1 100 000 биткоинов. Однако он не совершает с ними никаких транзакций и не тратит их. Большую роль играют корпоративные и институциональные инвесторы, такие как Grayscale Bitcoin Trust 625 тысяч биткоинов, CoinShare Bitcoin ETF 37 603 биткоина, Purpose Bitcoin ETF 23 533 биткоина. Grayscale Bitcoin Trust стремится изменить свою специализацию на спотовый биткоин ETF. Если комиссия по ценным бумагам и биржам SEC одобрит такое изменение, сегмент биржевых фондов может значительно расшириться. Рекордсмены по владению биткоинами есть и среди частных компаний, к которым относятся Block One 164 тысячи биткоинов и MT Gox 141 686 биткоинов. Однако до конца года они планируют потратить эти монеты, поэтому их позиции могут измениться. Среди публичных компаний лидерами являются MicroStrategy 152 333 биткоина, Marathon Digital 11 500 биткоинов, Tesla 10 000 биткоинов. Кто еще владеет большим количеством монет? К слову, некоторые владельцы биткоинов используют их в DeFi-сегменте, чтобы иметь доступ к другим блокчейнам и дополнительному функционалу. Например, Rapid BTC имеет 161 500 биткоинов. Однако такое использование монет сомнительно и не защищено из-за ненадежных блокчейнов. Правительственные адреса Украины владеют суммарно 46 351 биткоином, тогда как такие же адреса в США 41 491 биткоин. Правительство получает криптовалюту из разных источников. Например, Украина получает международную помощь от биткоинеров в связи с полномасштабной войной.